Сегодня 28 июня, вот остатки перед вами бригады «Шторм», точнее, короче, роты. Изначально у нас было 150 человек, мы прибыли в зону СВО. После ожесточительных боев, после всего, что мы увидели, вот остатки пацанов, что остались. Среди нас 2 200-х. Нас сегодня привезли с передовой вот в эти апартаменты. Все в интернете видели это видео, это место. Нам не поставлялось БК. Нам не поставлялись ни вода, ни продукты питания. Не вывозились 300-е. До сих пор там гниют 200-е. Их никто просто не забирает. Отдаются ужасные приказы, которые в принципе даже не стоило бы выполнять. Сейчас к нам приехали и сказали: пацаны, надо ехать в приют, наверное, передок. Опять в мясорубку, где мы уже были. Опять и мы от этого не вернемся. Суть никогда этого обращения такова. Мы, после чего мы отказываемся дальше